Что, это смешно? Да, нам сегодня было так смешно. Грустно. Всем привет. Мы на краю Украины. Да, переходим. Так называемым, потому что как бы дальше тоже Украина, но почему-то здесь вы видите какие штуки. Как они называются, знаете, это противотанковые ежи. Мы, короче, нас сегодня занесло так, мы въехали на эту территорию. Смотрите, тут пусто, тут вообще никого. Только какая-то он черная утка. Ну это же этот баклан или как он? Нырок. Мы въехали на эту территорию, понесли с Валерой, такая дорога ужасная, никого нет, людей нет, машин нет, страшно. Доехали до блокпоста. А, не страшно стало? Ну, страшно в том плане, что... Доехали еще там один блокпост уже, то сейчас людей да, нет, военных. Бегут такие люди со всех сторон, бегут, и мы съедем такие. Так, Валера, разворачиваемся. В общем, мы развернулись и приехали на пляжик. Получается, у них было ограждено, да? И до сюда. Ну, здесь раньше было, сейчас перенесли его чуть-чуть дальше туда. Ну, не чуть-чуть, метр километров на 10. Вообще, вы поняли, где? Это конец Стрелкова. Да, вообще, дальше, в общем, никто уже все. Купаться навряд ли будет, ездить. Хотим, самое... поехать, поискать вид на Крым, да, там, где ваша. Ну, короче, море, вам хочу сказать, вот такое. Мы сюда приехали именно в поисках, опять же, чистого моря, без медуз. Потому что дальше уже, кстати, вот, видите, это какая-то нефтеперерабатывающая... Станция или добывающая. Вот видите, там вышки идут в воде. Одна затонула. Ну смотрите, ребят, шторм начинается. Может быть, медуз всех просто повыкидывает. Да но это мы будем это здесь в открытое море. У нас там может быть никакого ну, шторма туда. Нет, генетически. Смотри какой. Да все, блин, да. Тоже все. Да, что-то хотели рассказать. А, вчерашний ураган. Сейчас Лисово обошло, генетически чуть-чуть капнуло. Стрелковая вроде, да, мы сегодня тоже проезжали. Машины нормально, все, палатки стоят. Говорят, в море ушло. Так что вот это может быть, конечно, это капец. Все равно. Ну да. Так, еще дальше. На этой камере вечно не тот эффект. Эффект не тот. Там действительно тот. Реально началось такое. Там просто матрасы вот так вот улетали стопками. Короче, ну вы поняли, да? А, он туда, ого! Вон, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин! Фу-фу-фу-фу. Неприятные они такие, какие-то медузы нового типа. Это разорванные. Разорванные, да? Мертвые? Вы заметили, я распустила хост. А, с этого у нас была начина. Это капец, это кошмар. Это если бы не Олечка, хозяйка. Вообще, блин, я ей так благодарна. Она бедная, 3 часа мне их распутывала. Какая хозяйка? Хозяйка там, где мы живем. А, жилья, так жилья, кто, точнее. Да. Хозяйка там, где мы живем. Хозяйка чего? Она, я просто взяла сегодня, проснулась, что-то они мне надоели. Берусь, потом послезаю там, где нитки. Послезала там, где нитки, думаю, ну они сейчас сами распутаются. Ага. Вот эта нитка, она такая противная, она запутается. Валерка, конечно, хитрый, подошел для приличия, 2 косички расплел. Но все равно постарался. Ну скажи, тяжело было? Да, тяжело. А ты здоровался? А ты? Здравствуйте. Не помню, наверное, здоровался. Ну просто. Так что капец, не лайк, тебе надо хоть подстричься, покраситься. Тоже на свадьбу скоро. Так, что-то еще хотели мы рассказать вам. Короче, сегодня нарушали тут. Ездили. Потом... Да ничего мы не нарушали, мы же блокпост, ну это же бывший блок. На лодке вчера покатались, говорят, только мы можем пойти, чтобы начался какой-то буря-ураган. Ага. А, сегодня заезжали в... Кошмар, забыла, как зовут, все. Оксана, рыба, горячий источник, номер 9. Взяли у нее меди. Что, ты пошутила только что? Нет, это я просто, чтобы было интереснее. Попробовали у нее в этот раз меди и кефаль. Валера вообще любит. А ой, кефаль. Ну, это журавка. Это журавка, так называемая. Блин, это моя любовь. Это самая вкусная рыба, по крайней мере, здесь. Не, ну там еще есть другая рыба, вот эта белая или как там. Кусками. Да, но это дорогая. Большая. Ну, дорогая, да. Журавка она как бы. Блин, ну все равно мусор, смотрите, бумажка. А она это может выбрасывать из моря. Смотри.
почище, хоть не так. Да не, он колбасится. Ну, глубина, короче, я сейчас пойду. Я зайду сейчас. Глубина сразу. Купаться? Да, я зайду. Я не пойду. Глубина тут... С твоими подружками купаться сам будешь. Сейчас включи тебе, да? Да. Покажу, какая тут глубина. Нет, нет, здесь хорошая глубина. Момент. Вот. А, кстати, слушай, ну люди. Вот они сразу возле берега по шею, видишь? Ну да. А, ну я зайду покажу. Ну, так а зачем же туда ходить? Кстати, для тех, кто всегда спрашивает, что это за дебильная повязка на голове? Вот сейчас я просто ее не взяла, я просто жалею. Это офигенная повязка, во-первых, от жары, от пота. А что ты не знаешь? И сейчас вот это волосы, глаза, в рот. Если вам, конечно, нравится, когда вам волосы летят во все ваши части тела, то... Ходите без повязок. Так что вот такие вот дела. Ну что, ты пойдешь купаться? Да. Ну иди, раздевайся. Ну так иди тогда на... Со зрителями, с медузами. Ты имеешь в виду, что они нашли место без медуз? Ну да, я думаю, там меньше. Ну вот они. Блин, не знаю. Конечно, как кто-то написал, что это уже местные начинают писать сами. Нету медуз Кирилловки, нету медуз Бердянске, быстрее. А другие пишут, не верьте никому. Теперь кому верить, так неизвестно. Как ты проверишь? Это только ну. Надо посмотреть, что там сейчас из блога. О, ты смотри, а, куда ты там. Что, да, ты что, я не пойду. Ты что, хочешь купаться? Зачем это тебе надо? А, блин, глубину предыдущих. Да что, они не видели глубину предыдущих. Смотрите глубину предыдущих роликов. Ну вон люди купаются, смотрите, вот берег, берег. Ну пошли пройдемся просто до трубы. Смотри, просто их. Это вообще. Ну вон, компот какой-то. Слушай. Компот. Пляж такой безлюдненький, симпатичный. Ну конечно, без людей уже никого нет. Но нам еще надо найти место по геометрии. Да, там, говорят, спасибо, прислали геометку в инстаграме. Спасибо, Ше, мы еще сюда проехали. Да, ну тут сразу глубоко, мы уже показывали не раз. А, ну да, здесь почище. Нет, вообще, смотри, 2 метра прошло. О, смотри, а тут чище. О, тут нету, Валер. Смотри, медуз нету тут. Ну, а я чаще. А чего, они там есть? Ну, так, занесло. Они как бы частями, получается. Что мусор? Это... Ну, мусор. Шторма, это... Вот, все, я пойду. Все, конечно, иди с нашими друзьями. Ой, тут нету медуз. Нормально, вы сами видели. Сейчас Валера вам покажет. На! Медуз же нет. Сейчас проверим глубину. О, вода теплая. Мерить даже не буду, сразу скажу. 27-28, как вчера, горячий. Воздух даже прохладнее, думаю. Как вчера было, 28. Глубина сразу по пояс, видите, вот момент. Моментально по пояс. Вот это шо. Потом тут, правда, идет, смотрите, такая мель опять. Вот. Чуть мель и... как в Кирилловке мы были. Пересип такая. Пересип. Ну это здесь. А там вот видите, пацаны глубоко стоят. Ну такое. Мову, кстати, медуз нет. А, офигеть, там накидало на берегу. Тут вообще ни одной. Ну клянусь, ни одной не встретил. Смотрите. Волна хорошая. Море хорошее, а там уже базы пошли, кстати, люди. Ну, такое место, ребята. Но грязь, я вам скажу, мусора очень много. Очень много мусора. Бутылки, баклажки там по кустам. Там кошмар просто. Ладно. Показали. Сейчас на берег. Быстренько. Вас отведу на берег, а сам еще занырну. Вода, конечно, такая, видите, что-то сегодня некрасиво. Какая-то зелено-коричневая даже. Вот такая. Это, короче, у нас сегодня дальняя, самая дальняя точка.
Я даже думаю, на Азовском море, не только на Арабатской стрелке, ближняя, крайняя территория, где можно быть. Но я не знаю, еще с другой стороны там тоже какая-нибудь крайняя. Я пойду занырну. Все, да, показал? Ну, наверное. Кого? Все, показал. Вон люди грязью мажутся. Ну все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, хорошего настроения, всем пока.